Сотрудники наркоконтроля Тувы установили гражданина, размещавшего на территории Кызыла надписи о продаже насвая. В январе текущего года в органы внутренних дел начали поступать обращения граждан, обеспокоенных фактами распространения специфического некурительного табачного изделия насвай. Внимание кызылчан привлекли надписи с указанием номера сотового телефона на стенах и заборах домов и зданий Кызыла, нанесенные баллонной краской. В ходе проверенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность автора надписи, которым оказался безработный 23-летний уроженец села Балгазын. Сотрудники наркоконтроля выяснили, что молодой человек в действительности намеревался сбыть 100 пакетов насвая, которые он приобрел у малознакомого в Красноярске. Реализовать свой умысел гражданин не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.